Чествование лучших мастериц. В центре Анагатагзым прошло торжественное мероприятие, в рамках которого были награждены призеры и участницы республиканского фестиваля «Такеафест», прошедшего накануне в столице. Всего Актюбинскую область представляли 12 женщин. Мы также сегодня чествуем женщин, рукодельниц города Актюбе и Актюбинской области. Только что была выставка рукодельниц Мартукского района, Хабдинского района, Алгинского района, Иргизского района. Из 12 участниц, которые были в Астане, большая половина, львиная доля – это участницы из Иргизского района.